Маска за Москва-Рецки, 127 ноября. Гласит приговор по делу чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева. Обвиняем в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть Ивана Агафонова. Обвиняемый согласен с квалификацией своих действий по статье 109 УК РФ. Он и на предварительном следствии заявлял об отсутствии намерения причинить вред Агафонову. Ликвидаторно пальцы загинаю вот эти фалангой. Фаланги пальца. И получается бью ему в сторону скулы, вот эту часть. Бью. И я не размахивался, ничего. У меня как бы навыков своих никаких не применял. Но я его вижу постоянно, и мне плохо. Я жалею, что все так произошло. Я очень как бы жаль вот как бы этот трагический случай, который произошел. И родители Ивана, я понимаю, как бы, что они потеряли сына и что так все. Да, я понимаю, что я виновен. Как бы.